Там усе закінчується новим ГКЧП. Це, по суті, предательське государство. Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що путінський режим практично дійшов до точки своєї власної трагедії. І Російську Федерацію ще чекають чимало цікавих випробувань. Те, що на Росії рано чи пізно мало би статись ГКЧП, нам це було зрозуміло. Більше того, ми доводили це нашим західним друзям та партнерам. Але вони чомусь у це не вірили. Вони вважали, що Росія – це стійка держава. І Путін контролює всі процеси, які є на цій території. Але як показує життя, як показує наш досвід, на Росії все закінчується так званим ГКЧП. Я хочу сказати, що Пригожин не один. Там у нього є спільники, є помічники, які знаходяться як на території Москви, так і на інших територіях. Тому майте на увазі, що це початок кінця Росії. Ми, починаючи з квітня минулого року, пояснювали і американцям, і британцям, та іншим нашим західним союзникам, що потрібно готуватись цьому заходу до розпаду Ерефії. І цей процес зараз буде активізований. Зараз ми будемо дивитись, яка буде поведінка Лукашенка. І давайте не забувати, що ця людина дуже швидко може в повітрі перевзутись і зрадити будь-кого. Тому зараз починаються дуже цікаві процеси. Я так же, як і ви, розчарован. Ми не побачимо замечательні сцени вуличних бойов в Москві. А Вагнер ведь не превзойден в вуличних боях в російських воєнних. Ну, Росгвардия перед ним не устояла. Ну, это удовольствие мы лишены. Но в целом, ну, если исходить из той информации, которую неофициально мы имеем, что Путин согласился на отставку Шойгу и Герасимову, то это огромная потеря лица для Путина. Очень серьезная потеря лица. Ну, слушайте, это же... Давайте не вспомним, это же решение прокуратуры, следственного отдела ФСБ, прокуратуры, определение обвинений там, в государственной измене, в военном мятеже, как было подчеркнуто Песковым, лично доложенное Путиным, им одобренные все эти грозные слова во время путинского выступления. Но то, что он не назвал Пригожина по имени, это только подчеркивает жесткость его. Он не называет основные, он Навального никогда не называл по имени, он Пригожина провел в эту категорию врагов. Но, видимо, через несколько часов ему доложили, что да, в уличных боях Росгвардия хороша, там интеллигентиков в очках дубинками забивать и женщин пенсионного возраста ногой в живот бить. Помним эту сцену, но против Вагнера они не устоят. Ну, что сказать. Да он всегда был слабоват, он трус. Ну, слушайте, он 5 лет уже прошел с этой эпидемией ковида, он еще там за 10-метровыми барьерами с министрами с ним встречается, двойников везде посылает. Он, ну, в общем, он трусоват. Еще раз это проявил. Нет, ну, я считаю, очень положительный итог для морально-политического состояния, говоря таким суконным советским языком, российской армии. Вот это настроение надо укрепить, и нам не надо это подсказывать украинскому военно-политическому руководству, они это прекрасно знают. Ведь, вы знаете, я вот все время, в последнюю неделю, у меня был основной такой тезис. Ну, конечно, мы все возмущены тем, что у нас нет истребителей, армейской ПВО. Причем уже когда все политические барьеры сняты, уже эти табу сняли американцы, и там и через несколько месяцев все это будет. Но его нет, и очень трудно идти в атаку. И большинство экспертов на Западе считают, вы это знаете, что в этом и порассказывали такие нотки в выступлениях украинского руководства, что это не последнее наступление, в этом цикле нам не удастся полностью реализовать свои цели, полная деоккупация Украины. Я всегда говорил, что есть возможность... Если в самое ближайшее время Украина продемонстрирует такой большой, какой-то яркий успех политического и психологического характера, который станет триггером, взорвет вот эту внутреннюю конфликтную ситуацию внутри России. Ну, когда меня просили дать пример такого яркого успеха, я говорю, да, освобождение Мелитополя или Бахмута. Ну, Бахмут такого военного значения не имеет, но в плане психологическом, конечно, это очень болезненный удар. Но оказалось, что
триггером даже стало эту стадию кризиса и просто уничтожение вот этого какого-то Чонгорского моста. А это действительно очень важная вещь. Ну, все, во-первых, чисто военные, там это, по-моему, на две трети перерезало линии снабжения российской группировки в Херсоне и Запорожье. Но это была очень яркая демонстрация новых технологических возможностей. Вы же помните, этот несчастный Антоновский мост чуть ли не полмесяца уничтожали. У него там куча ракет «Хаймарсов» было. А тут с первой ракеты, с том Шейдо, вернее, французский ее вариант «Скэлп», было все уничтожено. Ну вот, я думаю, если в ближайшие дни что-то такого же плана будет продемонстрировано, это снова подтолкнет вот этот кризис, но масштабы которого мы убедились. Хотя, конечно, жалко, да жалко этих драматических картин, ночных боев мы не увидим, но, тем не менее, вот объективно оценивая все это, и я чувствую такое настроение здесь и на Западе, это усилило впечатление от слабости, внутренней слабости путинского режима у наших замечательных союзников. Ну, это прекрасно уже, вы знаете, это 500-е, они уже 500-е. Ну, Шойгу бежал сегодня позорно из этого самого, из Южного. Да. А как вам сцена, когда, слушайте, Пригожин, бандит Пригожин, уже, по-моему, к этому времени заклейменный как изменник, сидит там на лавочке, беседует с двумя генералами, с генерал-полковником, как же, Евкуровым, заместителем министра обороны, а второй, кажется, заместитель начальника генерального штаба. И они почти подобострастно, вот они сидят. Почему они его не арестуют? Сидит себе, ручки положил этот мудак Евкуров. Ну, это ли не сцена слабости российской власти? Ну, что вы хотите? Теперь, может, они завтра его убьют. Это не меняет общей картины. Это не меняет того факта, что у Пригожина, у этого самого, как его, Путина не нашлось ни. Вот эта знаменитая фраза, помните, «последний полк». Всегда говорит Гайдар. Повторял это, ему приписывают фразу в 93-м году. Всегда власть, которая под угрозой свержения, у нее даже так у Путина не нашлось последнего полка в Москве. Он даже, по-моему, пытался бежать в Петроград, в Петербург. Это самолет его был зафиксирован, двинувшимся туда, и была такая версия, что вообще государственные в Москву сдают и будут из Петербурга управлять государством. Ну, возможно, ну, на кого-то надо назначать, не Мизинцева же, но если они назначат Мизинцева, министра обороны и Суровикина начальника генерального штаба, то, что требует Пригожин уже полгода, это будет уже полная такая катастрофа репутационная. Дюмина, скорее всего, на министра обороны. Он, если Путин эту сделку сохранит, то... Ну, а как он может не сохранить? Нет, ну, даже если бы он не давал уже никаких обещаний, просто держать сейчас на своем посту сбежавших из Ростова Шойгу и Герасима, это губительно для него. Ему сейчас даже больше он нуждается в их отставках, чем Пригожин. Пригожин, конечно, законченный негодяй. Вот вы же слышали его последнее. Вот чтобы пока, говорит, еще ни одна капля крови русской не пролилась. Во-первых, он начал с постановки убийства там десятков, говорил, сначала вагнеровцев. Ну, этот, нам показывали какое-то видео там с атакой на их лагерь. Ничего этого не было, скорее всего. Но в любом случае... Он же сам в походе на Москву он сбил как минимум один самолет Ан, три вертолета. Ну, я понимаю это общее разочарование всех друзей Украины. Не увидим сегодня вот этого уличного боя. Но, повторяю, это громадная репутационная катастрофа. Но это попущенный, это опущенный пахан, понимаете? А опущенный пахан по всем законам уголовного мира. А Россия уже давно огромный уголовный мир, он уже не пахан.